Месси. Сеньор де ла Канья. Сеньор тростника. Тростниковый сеньор. В общем, у нас сегодня такая теплынь, можно сказать, жара. 28 градусов, когда я выезжала. Ну, два. Тут что-то стреляет, и он хочет домой. Ой, не домой, а на работу. Видите, пураки? Пураки, мама? Мама, пураки? Видите, не хочет. Мама, пураки, видите? Что-то стреляют, и все, он хочет на работу. Слышите, там что-то. Поэтому сказать, Чарли, вперед, я кивене коча, и... Ой! Ой! Все, кажется, на работу. Муж что-то замучил. Пишет и пишет. Ой, жара, в общем, 28 градусов с утра. На 10 градусов больше, чем вчера, например, или позавчера. Поэтому у меня одна вот футболка оставила ее. А так-то я все убрала и думала, что бы мне надеть. Ну вот, нашла. Смотрите, мой кактус рождественский. Цветочки. Короче, я его, знаете, что? Он у меня был. Там какого-то паука я нашла. И решил его убить, а средства у меня не было специально для цветов. Я его как дихлофосом подбрызгала, ну, от мух. И, короче, у меня почти весь сгорел. Вырос буквально за 2 месяца. Вот даже цвести будет, представляете? В общем, сейчас будем рабочие моменты делать. И все. Вот, я, видите, футболку вот эту вот оставила одна. А больше ничего не нашла, никакой футболки. А джинсы вот эти, я тоже их обожаю. Хотя сейчас не модно, вот всякие там наклейки, все дела. Но они мне нравятся, почему бы и нет. Вот так, будем работать. Я тут вещи пришла повесить. У нас, смотрите, жарище, во-первых, стоит, духотище, сухой воздух. То есть идеальная погода для стирки, потому что все быстро высохнет. Но вот эта вот дымка какая-то стоит. Такое ощущение, что это пыль сахарская, потому что нос чешется и в глазах как рябит. Вот. Тут за куток зашла, потому что ветер. Так вот, как-то вот смотришь на небо, вроде есть какие-то там прояснения, и вот видно, что вот эта вот вся дымка стоит вот именно тут. Ну, жарища. А ничего не откроешь, потому что все летает. Вот так вот. А так хочется. Ладно, буду пока вешать белье, как раз оно высохнет за мгновение. Вот смотрите, на улице 28,9, 28% влажности, а дома 22,9. Представляете, какая разница? Но открыть ничего нельзя, потому что все летает. Дома, кстати, влажность 51. Так что вот так вот, так хочется. Я вообще люблю все, когда у меня открыто, чтобы воздух залетал. Но это нереально. Я пытаюсь хоть как-то открыть двери, чтобы воздух зашел, ну нет, все летает. В общем, насчет куркумы, друзья. Мне сегодня подруга в комментариях написала. Вот, и я залезла почитать. В общем, она правда супер-пупер полезная. И как бы пользуюсь ей вот таким образом. Просто насыпают в чашку. Потом кофе, необычный растворимый, дешманский. Я не кофеман, в кофе не понимаю, поэтому нормально. И воду, ну я еще молока добавлю. И все, и говорят, что это супер-пупер полезно. Подруга написала, что особого ярко выраженного ни вкуса, ни цвета нет. Но оно там и от депрессии тебя спасает, и от всяких там невзгод тебя уберегает. И вот когда всякие вирусы тебе помогают. В общем, чудодейственное средство. Куркума. Что я о ней раньше не знала. Вот,
если бы не было какого-нибудь Ютуба или еще что, я так бы жила в неведении, что есть такое чудо приправа. Молочка немножечко налью. Смотрите, он какой-то... Ну, не поймешь даже, что там еще что-то есть, кроме кофе. Ну, желтоват, конечно. Цвет, как вот этот вот. Ну, а что? Будем пить так. Как раз у нас кофе-тайм. Так, пропылесосила маленечко. Вижу, что батарейка садится. Пошла я батарейку заряжать и вешать это. Сняла повязку, блин. Когда намочишь, щипит пальчик. Все, так что берите на вооружение, куркума — это чудодейственная приправа, которая помогает от всех болезней, которые сейчас нас могут преследовать. Вирусы разные, там, депрессии, от болезней. В общем, вот все-все, там очень много, оказывается, витамин. Ну, все, конечно, это надо жрать ложками, там, килограммами, чтобы тебе хоть какой-то эффект был. Ну, немножечко того, немножечко всего, немножечко этого. И так, глядишь, мы себя обезопасим. И будем здоровыми, как коровы. Смотрите, сколько воды здесь течет. Наверное, дождь где-нибудь в горах идет. И прям мы вот туда шли, вообще не было воды. А сейчас прям много воды. Может быть, где-нибудь... Вообще, Свет сказал, что сегодня ночью дождь будет, а у меня опять полотенца висят. Я-то не ожидала дождя, у меня не было по прогнозу. Прям нормально так воды. В горах, наверное, где-то дождь идет. Чарли, а донде вас соло? А, плевал он на меня. Ой! Привет, чуть. Так кайфово на улице. Просто нереально. Ну, так пасмурно. Тоже нереально. И наконец-то можно уже открыть балкон, чтобы туда вот эта теплота зашла. Потому что намного теплее на улице, чем дома. Люблю за соседями наблюдать так. Тут уже в ночнушке хожу. Ну, у меня ночнушки такие, как майки длинные, поэтому можно. О, заходишь домой, как, знаете, прохладно. Ой, пойду на это в спальне тоже открою балкон, чтобы тут тоже комары налетели. Ветер стих. Подружка говорит, дождик будет. 28 градусов. Дождик, дождик, дождик. А у меня, как всегда, на работе полотенца висят. Ну ладно, пускай висят. Ладно, друзья. Пойду я, наверное, чаю себе заварю, что-то хочется пить, и жрать тоже хочется. Ну, чай попью, может быть, мне пить хочется, а не жрать. Решила замутить себе запеканку на завтра, потому что пирог, который вот я пекла, выбросила, он получился очень невкусный. И вот сейчас покажу, как я это делаю. Нам понадобится 4 ложки мягкого творога. Вот, у меня вот такой мягкий творог. Вот 2 ложки кукурузной муки, можно манки, но я вот с кукурузной мукой делаю. 1 яйцо, сахарозаменитель по вкусу, разрыхлитель чайная ложка и ванилин. Для запаха.
В общем, смешиваем все. Я делаю как бы пол порции, да, потому что у меня малюсенькая формочка есть. Поэтому 4 ложки мягкого творога. У меня 2 ложка кукурузной муки. Вернее, 2 ложки кукурузной муки. Яйцо. Ванилин для сахара, ой, для вкуса. Сахарозаменитель по вкусу. И чайная ложка разрыхлителя. Все это перемешиваем. И оставляем минут на 15, чтобы манка там или кукурузная мука взбухло, набухло. Вот. И вот так вот смешиваем все. Такая смесь получается. Ядреная. И ждем минут 15. Кстати, еще один лайфхак. Вот смотрите, есть разные контейнеры для муки, для всего на свете. И чтобы не забыть, что там, потому что вот так вот откроешь и не поймешь, что это, да, я отрезаю вот такой вот, ну, что тут, что это такое, и просто кладу в банку. Это вот от печенья, я вам говорила, что это вот очень удобно. И все понятно, что здесь и что здесь, потому что здесь, конечно, видно, но потом вот так вот думаешь, то ли манка, то ли мука, что это. Откроешь, и все ясно и понятно. А, это мука из... Ну, вы поняли, с чего. А еще у меня тут чай. Я сделала себе уже с куркумой, с медом и с ягодками. Очень вкусный. С имбирем, со всеми делами. Я уже съела одну киви. Или один киви. И сейчас вот чай. Размешиваю мед. И буду чай. Ну и ягодки съем тоже. Ням-ням. А это пока стоит. Потом положу в форму. И в офшайтайн-машину отправлю. Смотрите, она как воздушная стала. Видите? Ну это я думаю, что от этого. От разрыхлителя. Теперь мы все это перекладываем в форму. У меня малепусенькая вот такая форма. Надеюсь, что сюда все влезет. По крайней мере, раньше влезала. Угу. Ой, опять ветер поднимается, блин. Вот так все влезло. И отправляем в разогретую духовку на 180 градусов. У меня форма маленькая, минут на 10-15. Вы смотрите сами, там по форме, вот, 180 градусов. Можно поменьше, но форма маленькая, главное, что 180 градусов. А там, смотрите, уже по времени, как зазолотится сверху. Я все это ставлю в шайтан-машину, и она у меня тут есть. Выпечка. Вставлю в выпечку 190 градусов, да? Я убираю и ставлю 160 градусов 15 минут. Потому что шайтан-машина, она прям такая, ух, ух, какая ядреная. И чтобы у меня не сгорело, скажем так, сверху, пускай вот, даже мне кажется, 15 минут это много. 12. Ну а в обычной духовке минут 10-180 градусов. Потому что получается не так уж много запеканки. Вот, ну вы там можете увеличивать, да. Мне просто вот так удобно одну сделала. И на 2 дня мне хватает ее. Чаечек.
куркумой. Ну, приятный такой вкус. Не дает такого, знаете, как бы вот как... Как вот это, канела. Опять забыла. Вот сегодня только в комментариях читала. Канела. Вот не остается она у меня в голове, эта приправа. Хоть ты убей. Так что вы, наверное, уже все знаете, что такое канела. Смотрите, какой у меня получилась запеканка. Вы остудите. Вы, наверное, я тоже ее лучше остужу, чтобы она там не пришпандорилась. Хотя она, наверное, легко. Я хотела просто вам показать, какая она там красивая. Ну, давай. Ой, она такая воздушная. Смотрите, какая прелесть. Когда она остынет, то будет такая более форма. А пока она такая трясучаяся. В общем, вот моя запеканочка. Очень вкусная, со сметаной. Да, о-ля-ля. Не то, что какой-то пирог невкусный. Я уже успела красоту смыть, как вы могли заметить. Пойду кремиками мазаться. Вот, а с вами я буду прощаться. Надеюсь, что вам понравилась моя запеканочка. Вообще вам понравилось мое видео. Если это так, что жмем пальчики вверх, подписываемся, колокольчик не забываем ставить, чтобы я приходила оповещание, что я тут. Так что всего самого лучшего и всем пока-пока.